Москва, 1 мая, РИА Новости. Жизнь в городской среде без домашнего животного может сказаться на психическом здоровье человека, выясняли исследователи из Улинского университета и Колорадского университета в Боулдере. Результаты наблюдения опубликованы на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Для эксперимента были отобраны 40 немцев в возрасте 20-40 лет. Половина из участников исследования выросла на ферме в окружении животных, в то время как другая половина все время проживала в городе и редко контактировала с ними. Испытуемым предложили решить несложную математическую задачу на время. Для изучения реакции их иммунитета у мужчин брали пробы крови и слюны за 5 минут до теста, а также через 15, 60. 90 и 120 минут после. В результате у второй группы в крови фиксировался повышенный уровень моноядерных клеток периферической крови, которые являются основным компонентом реакции иммунитета на стрессовые ситуации. Даже через 2 часа после задачи у городских жителей было повышенное содержание интерлейкина-6 и пониженная активность интерлейкина-10, что говорит о противовоспалительном процессе в стрессовой ситуации. У людей, выросших на ферме, реакция организма на стресс была спокойнее, а это, в свою очередь, может снизить риск развития у них психических заболеваний в будущем. По мнению исследователей, микроорганизмы, которые передаются от домашних животных их хозяевам, делают человека более приспособленным к стрессу, поскольку под воздействием бактерий иммунной системе удается достичь баланса в противовоспалительных процессах и предотвратить риск развития аллергии, аутоиммунных заболеваний, а также психических расстройств.